Всем привет, с вами Демон Сталкер и мой племянник Майнкрафтер. Мы сегодня играем Do Stone Starve Together. Я ему тоже купил эту игру. И теперь мы можем играть вдвоем. Поздоровайся с друзьями. Всем привет! Надеюсь, вы его будете иногда слышать. Ну. Я не знаю, что мне даже выбрать, какой мне скин выбрать. Знаешь, я выберу его все-таки библиотеку. Нет, я выберу робота, как ты. Не надо робота, другого выбирай кого-нибудь. Я библиотеку же хочу. Я знаю, кого вы выберу. Короче, я тут... А что дальше делать? Модульно. Так, где это? Ты выбрал? Ты сказал, он же голодный не будет. Он мало ест. Он голодный будет, но он ест мало. Он ест вообще-то. Так, товарищи, друзья. Я тоже мы... Сашка давно я смотрел. Я а я вот, считайте, второй раз играю. Все, я выбрал библиотеку. А по сети вообще первый раз я играю. Хорошо. Где тут вообще? Где тут? Я сейчас найду. Собирай там ресурсы, какие нам пригодятся. Я какашку оставила. Иди. Я тут, оказывается, могу с помощью мышки играть. Так, топор. Создаем топор. Давай создаем топор. Я уже большинство знаю, что уже делать. Так, друзья, чуть-чуть убавлю звук. Так, где топор? Вот тут топор. Топор. Создать. Я создал топор? А, да, всё. Я создал топор, я иду рубить дерево. Рубить я тебе свой дерево. На, одну ягоду возьми себе. Подожди, я рублю дерево. А, там еще есть куст. А вот по синте вот это интереснее играть. А где ты мне ягоду оставил? У меня 134 года. Где ты ягоду мне оставил? Дай мне ягоду. Вот там есть куст, Саш. Кашу я уже собрал. А нет, слышь? Смотри, я сейчас дерево посажу. Я сейчас елочку посажу. Я елочку... Так, а у нас сейчас ночь будет. Только сегодня. Я разожгу. Стоим рядом. Как ты зажёг его? А, ты стену собрал это? Понятно. Как? Ну, там еще рядом море. Где? А вот это что, пропеллер? А зачем пропеллер нужен? Пропеллер? Всё, я поел. Блин. Надо было семки пожарить сначала. О, день! Ура, наконец-то. Это что такое вообще вот тут? Нету ягод, Саш. Опс. А, ты мясо ягоды не стоишь? Собираешь лишки? Вот ягода. Подожди, оставь мне. Ты мне, пожалуйста.
Я думаю. Ладно, Саш, здесь море, пошли отсюда. Тебе здесь большой мир и маленький. Блин, библиотека. Кстати, ягоды много восстановлено. Гати, я маг. Я маг. Через портал прохожу. Апс. Ребята, спасите меня! Ой, уп, стой! Валим, валим! Ладно, они улетели. Ты чё, зачем тут? А я это, хотел меду достать, ну. Медку захотелось, понимаешь? Медведя то я не нашел, чтобы его послать на место себя. Конечно. Пришлось самому. А здесь их полно, собирай. Вот такие, вот она выглядит. Вижу большую ёлку. Саш, лучше ко мне беги где-нибудь. Кусты! Ягоды! Тут куча ягод. Брать. Блин, я ягоды нашел. Вкусные ягоды. Где ты вообще? Где на карте не вижу? Где ты? Я тебя не вижу. Но это меня защита не нужна, так. Вик, ты где? Так, мне нам надо найти что, камни. Вик, ты где? Надо золото найти. Вот, куча травки. Собрать травку. Травка. Ёлка внутри. Блин, тут дофига это травки вообще. Я в таком месте, где куча травки. Куча вообще травки. Так, а можно создать мне уже? Витя, травку все люблю. Да кусты вообще, тут куча кусков. Ветки. Мне надо флинт. А вот и флинт. Так, теперь я могу это... Киркой орудовать. Саш, беги ко мне, скоро будет ночь. Я тебя не вижу. Вон я на карте. А он ты. А я не вижу, что на карте. Я не отвечаю. Я не вижу тебя. Я возле портала к нему стану. Вот, Саш, беги сюда, на. Да? Где вообще? Я могу это найти. Почему ты вообще тут посмотри на мини-карте. Я же обозначаюсь, вот. Вот ты. Это в такой зоне, в которой я тут не вижу. Сейчас сам прибегу, а. Наоборот, там путешествует, а ты где там застрял? Я не знаю где, беги в портал, я тебе увидел. Я даже не знаю где. Вон я куда убежал. А ты очень далеко вообще стоишь. Я могу
Так надо было со мной бежать. Побежали, побежали, братец-кролик. Оп, оп, прыжок в длину, в ширину. Видите, потерял. Так, надо поесть. Ой, Саша, а у меня тоже много травы. У меня 9 трав. О! Зеленый гриб. У меня 9 трав нарвало. А что дает зеленый гриб? А зеленый гриб дает хреновую даже. Ой, я же минус 50. Он минус 50, его надо приготовить, ну. Иди сюда. Я бегу. О, я в темноте плюсу. О, я успел. Есть что поесть? Чего? Есть что покушать. А что, тебе нет, что ли? У меня 86 голов. А? У меня 86 голов. У меня тоже мало. Блин, я шишки жрать не могу. Ты не будешь есть-то семена, их нельзя есть. Что, тебе нет ничего поесть? Папирус? Папирус. У меня есть папирус. А что, как их разделить-то? Петь, у меня есть папирус. Чего? У меня есть папирус. Чего? У меня есть папирус. Ничего. А что это такое вообще? Что это надо? О, мне лопатка нужна, смотри. Я сейчас зайца выкопаю. Блин. Ищи золото. Золото? Так у меня кирки нет. А я не понял, а что для этого нужно больше знания? Для чего надо больше знания? Это кому сказали? Тебе сказали? Тебе это сказали. Блин, мне срочно. Для чего нужно больше знаний, я не понял. Надо золото, Саш. Да мне что, золото добывать? Не добывать, он где-то должен валяться. Мне подарок прислали, для этого нужно больше знать. Мне подарок дали. А, это мне тоже прислали. Надо больше знать. Лягушка. Умри. О, тут лягушка и инвентарь. Иди сюда. Саш, иди сам сюда. Какая-то ты где? Я морковки нашел. Тут. Я тебя не вижу, кстати. Видишь? У меня появился ходячий сундук. Этот сундук ходит. Саш, я тебя не вижу, ты где? Знаешь, я просто. Чего я тебя не вижу ты? Я просто буду реку собирать и кушать. Ты где? Можешь сказать? Куда ты ушел-то? На тап нажми. Какой тап? Я в полной жопе вообще. На М нажми. Да я уже на карте, это все равно меня не вижу. Где ты находишься? Куда ты убежал от наших мест? Я не убегал. Давай я вернусь тогда. Ну, разбирайся сам, а. Короче, у меня тут...
Зачем ты убежал-то, а? Я не убежал, я на месте остался. Где ты на месте остался? Мы были вот здесь. Мы... А, так я бегу к этому месту сейчас. Мы были вот здесь в полях, на. Я камень вижу. Где кролики? Мы были здесь, на. А ты куда-то убежал. Кролик! Сказал же, беги за мной. Почему я на карте тебя не, ты не отображаешься? И где ты? Знаешь, я в том месте, где вот эта куча пуль. Вот. Пошли за мной. Ну. Видишь вот эту лягушку вот эту, а? Это мой сундук, он за мной бегает. Иди он, короче, за мной, смотри, он за мной. Ну ты можешь в инвентарь класть сюда что-то. Так он за мной бегает, это сундук, лягушка. Беги за мной. Ты же сказал, же обзоры смотрел. И не помнишь, не... как что развиваться. Ну я такой лягушки не помню, что там было. Ну игра-то это. Ямка есть. И, кстати, у тебя тоже животное появилось. Я пока не могу ее атаковать, во. Видишь, у тебя животное появилось, это лягушка, твое животное. Ну и где ты, блин? Ой. Короче, я бегу. Где эта лягушка? Какая моя? Вот она за мной прыгает. Не твоя лягушка. А, она упрыгала от тебя, но это не мы. Блин, мне камень нужен, да? Вот, стой, не собирай, мне надо. Не надо это. Это не камень, а кремень. Мне нужен кремень. О, подожди. Ой, я что-то проголодался. Пошли дальше, надо золото найти. Я сейчас умру от голода. Чё, а чё, тебе ничего есть, что ли? У меня нечего вообще жрать. На! Какашку? А чё ты не собираешь еду-то? А где еда? Кусты, морковки растут, ну. Так я все морковки уже сожрал, которые... А зачем ты так часто ешь? Вон морковка. Что это такое-то, ну? Слушай, это морковка и... Ещё где нафиг. Видите, у меня уже два животных вообще. У меня уже два животных. Это твой, что ли? Вот эта морковка, она теперь за мной бегает. А то я убегаю, то сама за мной бегает. Какой-то питомец, наверное. Ой, что это? Видите? Какой-то столик. Тут столик какой-то. Тут... Ау! Ау! Теперь у меня. Видите, я розу собрал. А-а-а. И чего? Она мне одну хп снимала. Ну куда ты побежал-то, а? Да тут какой-то столик с розами. У вас. Видишь тут столик? Видишь тут столик, а? Видишь тут? А ты его убиваешь. Хорошо, найти камень. Чё, смотри. Чем ее можно разрушить-то, ну? Ну что ты орёшь-то? Мы же видео снимаем, забыл что ли? Нельзя их атаковать, ну. Иди сюда. Они могут днём нас атаковать, ну.
Вот зачем мы их собирали, а? Теперь у меня нечего есть, но. У меня 41%. Я сейчас какашки буду есть. Что, денег-то нет? О, семена. Семена можно есть. О! У меня умерла она. Подожди, видишь, смотри, смотри. Фу, не собирай. Подожди, видишь, они закопали, да? Не собирай, прошу. Она умерла. Видишь, она сдохла. Она сейчас сдохла. И что, есть их можно теперь? Их можно сожрать, я видел в прохождениях. Дай мне одну. На твою. Блин, сбрось. Все. Я умер. А что, ты съел эту штуку и все? Да, у меня что-то плохо стало. И что, ты не посмотрел, что она добав дает? Нет, знаешь, она, короче, мне кучу еды добавила. Но я вот так прилег. Дай мне посмотреть. Она, короче, текущий голод восстанавливает. Ну а ты потом после нее, когда ее съешь, а ты вот так начинаешь. Понимаешь? Она текущий вообще голод восстанавливает. Видишь? Она мне от этого. Спокойно вообще, малыши, баюшки краю. Видишь, сколько она вообще восстанавливает? Не ложись на краю. Сейчас тебя, блин, побью, блин, если не станет. Давай быстро. Понимаешь? Видишь, всё, побежали. Надо фига... Не можешь бежать, просто... Где-то побежать, надо золото где-то найти. А чё тебе золото вообще? На машину тут? У меня стол был... О, свинка! Свинка, тут свинка есть. Она сейчас где-то деревья, вот деревья. О, цветочек у меня 200 мм. Кушаем цветочки мы. Цветочки нифига не успели. Так, что мы собрали? Вид, ты такое пропустил. Чего я пропустил? Свиную попку пропустил. Саша, да, ищи золотые слитки. Свиные попки хорошие. Так. Где они могут быть, а? Здесь навряд ли не будут. Она боится. Пошли сюда. Инструменты, мне нужна лопатка, короче. Понятно. Понятно, мне нужна лопатка. Ой, перекати поле. Я иду за тобой. Надо исследовать мир. Собери там флинт. А вот о, еда. Смотри, Вить, ты перед тем, как вот эти моркови собирать, ты посмотри. Если там написано собрать морковь, тогда собирай ее. Если там какая-то не собрать морковь, а что-то другое, тогда не собирай. Вот это может оказаться так хрень, понимаешь? А штука это может оказаться. Поэтому... У тебя есть куда собрать еду? Мне дофига вообще есть. Собери еду, а. У меня 4 слота вообще. Где еда? Еще тут лягуха. Да еду собери. Где еда? Саш, да. Что, не видишь, что ли? Где? Вон. Вот это? Что я собрал, да, тебе? У меня нету места. А ты в лягуху положишь тут? Всё. О, да, кстати. Тут в лягухе, знаешь, сколько мест? Тут 9 мест, как бы, в лягухе. А что ты это не выложил туда ничего? А мне потому что место есть. Сейчас, подожди. Где за
пока что не, что-то ненужное я туда положу. Я не могу в нее зайти, когда ты в нее. Шкуру синая есть, вон. Слушай, дай мне. Не ешь ты ее. Я не хочу ее есть. Может, что-то пригодится они. Да, на хороший рюкзак она нужна. Ее нельзя съесть, кстати. Кстати, да можно ее съесть, но. Я пока что ее не покушаю. Саш, не трогай мою вещь. Как ты мне сказал? Кстати, я сейчас эту ягоду. Да не ешь ты, я тебе говорю их. И зеленый гриб не ешь, они добав дает. Я знаю, у меня знаешь, сколько сейчас вообще будет? Вообще со мной. Любовь, как бы моя. Может, ну и что, место для всех нужно, играем вдвоем же. Мало пригодится, еще грибы, но можно пожарить. Ё-моё, не знаю. Что такое? Где это вообще? Это что такое? Да чё? Я вырвался. И куда ты побежал? Я не знаю, он у меня вырвался вообще сам. А, ну, перезаходи. Я... Извините, у меня вылетел компьютер. Он у меня выключился. Посмотри, что со мной сейчас. Кто такой-то еще? Вот это? Я еще хочу посмотреть на эту штуку. Смотри на меня, где это я там? Я побежал, короче, мне расследовать сюда. Видите, я куда-то вообще пошел, никто знает. Он тебя за мной бежит, ну. А? Где я вообще? Реально мир побежал. Ну это значит, я твоя штука, окей? Ну ты сейчас опять зайдешь туда и все, ну. Это мы за тобой бегать не нужно. Найди сначала меня. А я тут, блин. Ты сначала зайди, потом сам меня найдешь. А я вышел, надеюсь, или у меня. Ну ты появишься там же, где это, портал. Тебе придется далеко бежать сюда. Ну да, но я уже знаю. Кстати, на тебя получится. Пучок есть. Так, 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 где молот-то? Фига себе, она в пепел превратилась. Что? Что это такое? Это проверку за установку. Ой, получится железо, можно лечиться. Так, пошли, сундучок. Понимаешь, перед тем мы, как мы, если мы не зайдем в золото, мы не построим базу. Ну. И куда карта делась? Это долго будешь снимать. А вот она появилась. Я даже не представляю, где искать золото, где оно может валяться. Надеюсь, у меня все вещи подойдет. А? Насчет вещей я не знаю. Я даже не знаю, где ты это остановился. Где твой труп там или что там? Thank you.
Ах ты! Чего ты призрак? Сейчас я потому что вышел, я... Чего ты призрак? Я потому что, знаешь, я потому что вышел сейчас. Я тебе посчитал, что я вышел. Я не могу еще это. Ладно, ребят, тогда я закончу это видосик. Вот это был первый взгляд на сетевую игру. Дальше я буду летать призраком, это будет неинтересно. Сами понимаете, мы не знаем, как уже это оживлять человека. Всем до новых встреч, увидимся, ставьте лайк, кому понравилось, всем удачи и пока.